В Казахстане до 13 января сохранятся снегопады, ветер и гололед в большинстве областей. Затем последует значительное понижение температуры в связи с приходом холодного антициклона из скандинавского полуострова. Такой прогноз озвучили синоптики. Сегодня в столице минус 13 градусов, скорость ветра до 10 метров в секунду. Аким Астаны сообщил, что идет работа по ликвидации последствий ЧС природного характера. На улицах работают 1500 человек и свыше 1300 единиц техники. Идет восстановление электроснабжения отдельных объектов, светофоров и систем уличного освещения, остановок и строительных ограждений. В целом системы городского жизнеобеспечения работают в нормальном режиме. Спасатели из пригорода столицы эвакуировали 149 человек и 66 машин. Об итогах работы спасателей в Астане и других регионах страны по телефону нам рассказал официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Руслан Иманкулов. Силами департамента по чрезвычайным ситуациям проводилось патрулирование на автотехнике высокой проходимости по объездным трассам и по периметру города в связи с скоплением автотранспорта. В ходе этих мероприятий порядка 150 человек, из них 17 детей эвакуировано и отбуксировано 66 единиц техники. Аналогичные работы проводились и в Акмолинской области, в Павлодарской области, куда как раз циклон направляется, в Карагандинской области по состоянию на сегодняшнее утро. Дороги продолжают оставаться закрытыми по направлениям выездов из города Астана, Акмолинской, в Восточно-Казахстанской области, Карагандинской области, Павлодарской области. Есть закрытые отрезки в Кустанайской и Северо-Казахстанской областях, поэтому большая просьба к населению не выезжать за пределы населенных пунктов, пока не стабилизируется погода.